have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем здрасте. Всем доброго времени суток. Так, сегодня у нас ожидает, кстати, я немножко патроны тут побегал, поменял. Тут ребята притащили кучу всего полезного, совсем беспалевно. Итак, сегодня нас ожидает что? Нас ожидает... Клоунада с культистами. Да, та еще клоунада. И шутки про двух клоунов, которые... которым не смешно, нифига. Короче, поняли. Приятно видеть вас снова, и это очень кстати, потому что... Что? Боже, почему культисты как даун пишут? Это очень кстати, потому что нам как раз очень нужна ваша помощь, новое дело гораздо более тонкое, чем ваше предыдущее поручение. Нам нужен опытный человек, которому церковь может доверять. И вы с вашей командой идеально подходите. Ну я, короче, сказал, что надпись. Да. Интересно, что? Извините. Я сказал то, что ну интересно нам, ну что там за задание такое? Ну, короче. Нам сообщили, что агент коллекции внедрился в одну из наших сект, чтобы вы... Господи, какие сложные слова. Чтобы вылезнуть тайны церкви. Возможно, ему в руки попала секретная информация. Блин, шиза, отстань. Наш специальный сегодня приглашенный гость шиза, не обращайте внимания. Спасибо за удар по башке кулатушкой. Короче, в руки попала секретная информация и личные данные местонахождения... Узнали мы сейчас на соседнем аутпосте, поэтому надо срочно принять меры, чтобы он никому ничего не рассказал. Короче, мы говорим то, что понимаем, мы займемся этим. Смотрите, это его вторая личность, его. Как классно. Сделайте как, все как следует. Избавьтесь от, соглядатая. Соглядатая. Ребят, соглядатай, да. Избавиться от... вот понятно кого. Все, поехали. Ты как, доверяешь чтению второй личности, играть будешь первой? Да. Смотри. Давай, скажи это. Хули он возьмем ебашит, стреляй по нему. Придется вырезать. Да подумаешь, мат так мат. Думаешь, все равно не на серваке сидит. Этот, который, короче, для физры, да? Именно он. На, сложился, культига. В догоночку молотком по башке. Ладно, отплываем или где? Еще дайте цветок полью. Я пока что нажимаю на паузу. Продолжим, когда уже выйдем на задание. Итак, ребят, мы продолжаем. Наконец-то транспортировка культистов. Да. Хорошо. У нас вот... капитан поехавший у него. Да, капитан подписался под интересные вещи, поэтому поехали. Я делаю контент. Да, конь с целым тентом. Зачем ты это сыграл? Теперь это залипло. Все, блядь, козец. Так там видос такой же. Там типа I have to sign один клоун и второй клоун. Да, слог. Ну так. Что? Видос монтируете? Нет. Ну, когда да, когда нет, поэтому... А где электричество? А, стоп, вы хорошо слышите мою шизу? Да. Да. А? О, чёрт, да? Во-первых, о чёрт, а во-вторых, это все уже в эфире. Мам вашего дома, братаны. Тебе тоже не хворать. Он нас прекрасно слышит? Нет. Очень жаль. Потому что ты в наушниках. Так, хорошо. Наушники? Блин. На земле моряки же поют песни. Чем мы хуже? Чем мы хуже, да, клоун? Так этот нас под маской этого гения тоже...
В общем, если... Музыканта может обидеть каждый. Во-первых, да. А во-вторых, если... выйти из перископа. Если слушать все это фоном... Блин, зачем тебе дробаш? Зачем тебе пистолет в космосе? Спасибо. Нет, залезь обратно. Нет. Не порть. Ты каждый раз, когда направляешь дробаш, ты садишь батарейку, потом надо будет перезаряжать. Не надо. Блин, Сигма, зачем ты меня ударил? У меня травма от удара тупым предметом. Я бы тебя хотел дробовика вообще выстрелить. Так у нас со стержнями нормально все, не? Я не умру скоро. Понятия не имею. Потому что я сейчас смотрю, узнаю. Тут один пустой, тут еще один. Оба! Пустой. Два пустых у нас. А, не-не-не, нормально, 8, у нас 9 стержней. Все, есть. Все хорошо. Все. Это я. Это совсем не это. Все просчитано. Все, снизу крупная цель. Нас, снизу помню. Крупная цель. Молох. Иду. Зрельца, фигачься. Где? Тихо. Множественные цели, одна крупная, сзади маленькие. Сзади нас. Прыгну на верхнюю тройку. Не, на верхнюю ничего, но не на нижнюю. Блин, на нижнюю не видит, да. У нас прокачанные двигатели, мы чуть быстрее, чем да, они. Да, мы быстрее, что... они, мы ушли от них, хорошо. Это, короче, реально тебе... Реально молох. Мне кажется, что у тебя радар просто обманул, что он выдал множество маленьких целей за одну большую. Или это так не делается? Угу. Тут есть много маленьких целей, одна большая. И где этот мотлох? Да не прошел по нам удар. Это хорошо. Ну боже, почему? За что? Сраные голоса в голове. И таблетки от ума. А, такие есть? А так можно было? Ну прям как у Ивана Золот 2004. Не маминкин сынок 2004. Не, я не буду чипсы. Дробовик почему-то не заряженный. Так, заряди! Да нет, я тоже не хочу. Можешь воды мне принести. Кстати, мы патроны на дробовик, по-моему, не купили. Нет, у меня заряжено плюс 8. Заряжено 6. Но я заряжено плюс 8 тоже. Но... Ну, не типа нам хватит на один раз пострелять. Яростное кликанье мышью. Ага. Мышь. Знаете, что это значит? То, что мы долбанулись и приплыли к аванпосту раньше, чем когда-либо. Сколько секунд? Посмотри, подожди. Вот дети Хонгмагер? Красного носа. Утконосы. Клоуны. Серьезно? Да. Просто смысл церкви Хаск качать хотя бы. Но у нас будет защита от паразитов, а у детей красного носа, ну, защита от плохого юмора? Человек-анекдот. Я не знаю, в чем смысл качать детей красного носа. Но может... У них есть этот экзоскелет клоунский. У нас есть обычный коалиционный, он лучше. Не вдавайся в подробности. Ладно. А, кстати, дорогие аудиозрители, пожалуйста, подписывайтесь на наш Дискорд-канал, администрации делать нечего. Во-первых, да, подходите, поболтаем в Дискорде. Во-вторых, чел, который написал мне под Wandering Village, ты знаешь, что я обращаюсь к тебе. Подходи в Дискорд, я тебя уже приглашал, ждем тебя, будет интересно. Кстати, есть общие идеи насчет обсудить. Все, всем остальным просто приходите. Можете обсуждать общие идеи, но уже пару блоксов. Минутка рекламы прошла. Обязательно, можете хоть что угодно обсуждать, желательно, чтобы это просто правило не нарушало. Я прям при типе одел скафандр, ему все равно вообще. Ну ладно, если ему все равно, я тут пойду еще чуть-чуть. Грязевой раптор. Не факт, возможно, нет, я не хочу, это опасно, Пипи. Так, ладно. Здрасте. Доброе утро. Ничего не видел. Так, ладно, понятное дело, то, что я ничего не видел. На паузе доживем до следующего отплытия. Чего? Так, ребятушки, мы отплываем и без задания, потому что мы перемещаемся в следующую локацию, но тут сейчас должны происходить интересные вещи. Поэтому... Мы просто не хотим просрать репутацию у того, через кого мы следующую локацию перебираемся. Да, если бы мы взяли сейчас задание, это было чревато тем, что мы потеряем репутацию. А мне эти костюмы надо в этот, может, все эти кучи костюмов
переработчик закинуть. Может, нам второй стенд, кстати, а тут нельзя кастомно сделать второй стенд для костюмов? Он предусмотрен чисто лодкой, да? Это печально. На так это обычные костюмы. На нашей... А чё с электричеством? На нашей следующей подлодке будет гораздо больше костюмов. Кстати, примерно, Кэп. У Дулитла плохое предчувствие. Его взяли. У нас, кстати, да, новый член экипажа, Арти Дулитл. Чувак пришел и абсолютно бесплатно устроился к нам работать. Не спрашивайте, как мы. Блин, цели. Как мы взяли чувака по имени Дулитл? Что я делаю? Вот, но мы его взяли. Нет, стой! Или это нас долбанет? Не знаю. А, фу, блин, не, оно на бэкграунде. Снизу цели. Смотрю. А вот, да, у нас, в общем, новые бесплатные рабочие руки, но посмотрим, как это все будет. А что ты там говорил, Фрум? О, вижу. Они кверх пошли. Черт. Они, их несколько? А, да, две цели. Вижу. Да что так корабль плохо управляться стал? Все, разорвали. Ну тут, по-моему, сколько тут у нас патронов осталось? 3%. Я, наверное, вытаскиваю, меняю. Ура, ура. Я разобрал почти все скафандры, что спер. Фрум, а что ты до этого говорил до атаки и про Дулитла? Ты не говорил просто. Я сбился, в смысле, извиняюсь, потому что... Сверху крупная цель, пипец. Вижу. Сзади, задняя пушка. Уведомите, кто это. Что ты с тупой мордой, вот эта фигня? Молот, походу. А, так вот. Скорее всего, да. Алло, Санар. Где это, черт? Где, Санар, где он? Сзади. Мы быстрее опять. Что у нас по подключению? Пробойно. Нормально, что происходит? В моторном отсеке пробойно. Да. Камни бывает. Пробоин не осталось, протечек не осталось. Все протечки устранены, супер. Если их заразят, то да, они будут. И предатели, кстати, скорее всего, тоже есть. Кстати, я об этом что-то не подумал. В смысле, у нас есть импостер? Ну, можешь нового члена экипажа нанять. Ах ты ж! Мы же вообще... Нормально, я могу его застрелить. Мы его, знаете, где наняли? На аванпосте этих сепаратистов. Он еще и этот сепаратист. Он этанол спер. Я предлагаю его зарезать. Короче, да. Если человек бесплатно старается к тебе работать, это уже подозрительно. Давайте так. Так что мы ему это все? Туда нет, его? Нет. Тихо. Пусть пока побудет. Еще одну посмотрим. Зарядите его в торпедный отсек. Не, я просто уже рядом с ним с дробовиком стоял. Я себе представляю эту ситуацию. Держень закончился просто. Он такой стоит, смотрит на тебя, и ты такой смотришь ему в глаза. Ну так че, я его того убиваю, да? А, приплыть. Ух. Буря незабываемых эмоций. Нам бы, так... не знаю, а баллонов... Ну ладно, баллонов у нас, наверное... Сколько хватает. У нас вообще сейчас денег и хватит ли нам на новую подлодку? 13 тысяч. У нас 13 тысяч. Вот, я поймал свою мысль до того, как я... До того, как нас атаковали, я хотел спросить, ребят, примерно сколько серий нам нужно до новой подлодки, но если это вдруг случится в этой серии, я буду совсем не против. Не против? Хорошо, сейчас устрою. Если это будет... Как же это сейчас... впритычок? То впритычок я не хочу. Нам лучше бы, чтобы поднакопить денежек, купить подлодку, чтобы денежек еще и осталось. Было бы прям неплохо. Она... Там подлодка вместе. Я заберу аккуратно, мистер. Но вдруг нам что-то экстренно понадобится. В плане экстренно понадобится, так нет. Мы заберем это. С собой. Картер, да ёперный театр. Квесты такие всратые. Так, еще хуже. Нам сейчас на... Офигеть. Мы сейчас к Балу, в колонию Бала. В мусорке находится горящая сигарета. Так, добыча минерал. А мы на чем по аванпосту? Сепаратист. Ну тогда пусть горит.
Погоди, написано... О. А, да, и это, Иеговани, сепаратисты Иеговани, точно. Вот. Жду. Извиняюсь, перебил. Нет, все нормально. Жду чего? Жду аванпоста, который будет полностью принадлежать... Я ноги сломал. Который будет полностью принадлежать этим... Либо клоунцам. Либо церкви Хаска. Я хотел починить... Ой! У нас 1939. Так, нам нужно а деньги. А тут это, купить. Ребят, небольшой пожар. Где? А, ой. Да на ванпосту был, все нормально. Я просто увидел то, что в этом в мусорке сигареты горит, и я не стал ее тушить, решил посмотреть, что будет. Ну, загорелось. Все. Я побежал по лодке уже, думаю, сейчас если у нас пожар, это весело. Так, минуточку, мне там на карте сказано, что на этом аванпосту, или даже аванпосте, кстати, как правильно? На аванпосте. Потому что, ну, вы являетесь оригинальными носителями языка, я могу у вас спросить, как правильно. Так подожди, вот. Сигма, как правильно сказать, аванпосту или на аванпосту или на аванпосте? На аванпосте. Аванпосте? Ну все. А когда говорят на посту находился такой-то такой-то. Хороший вопрос. Нет, опять же, мы сейчас вникаем в риторику пост в смысле диета или пост в смысле места пребывания. Так, ребят, мы уходим на небольшую рекламу. Так, народ, отправляемся сейчас на следующий аванпост. Там у нас будет мокренькое дельце. То есть нам церковь Хаска вроде как поручила убрать кое-кого, но как налоговая никогда не говорит точно, сколько ты им должен. Также и церковь Хаска сказала, там будет человек, вы найдете, вы разберетесь. Поэтому давайте отплываем потихонечку. Так, самое главное, чтобы нам коррупция помогла, потому что... не смотри на меня так. Потому что, короче, будет небольшой проблем. У нас дружелюбие 40 с... этими, с коалицией Европы. Может, они нам просто по дружбе сдадут того, кого нам надо? Не знаю. Прийти и сказать, типа, ребят, ну серьезно, ну давайте, и все. Ладно, пробуем, давайте, короче. Вы там посмотрите кучу хлама, который я принес, может, вам там что-то надо, а я это сейчас на материалы разберу. С сепаратистами у нас все минус, ну хорошо. Ай, господи, хоть бы хватило репутации. Тарил ведь обратно. Обратно придется плыть. Ну, у нас же френдли. Нам неужели нужно аж прям в синей зоне находиться? В зеленой же вполне... Нам нужно находиться в 40. Ну, у нас 40. А мы сейчас на минус 5, если того чела убьем. А если не убьем, то минус 10 с Хасом. Блин, а если убьем незаметно? Да хорош, нас постоянно без одежды-то спалить. А мы здесь идите, просто не помните заново. Мусор отведете и... Так, на Балсвент, да, поехали. Погнали, ребята. Потыгадыкали. А еще у нас, кстати, забыл сказать, у нас прочности подлодки не хватает. Для следующей зоны? Угу. Мы можем там же на аванпосте там вот купить вторую, или вот нам обязательно нужно перейти потом покупать вторую? Нам нужно перейти потом покупать вторую. Все нормально, я что-нибудь придумал. Нет, вы видели, что сейчас в чате происходило? Да. Нет. Нажми на чатик У меня в чате там предпоследнее это... Эй, положи на место! Нет, тут как з е пип. Второе, я пип чу пип. Так. Чувака реально много чего подтастало. Такое ощущение, что это он работает за бесплатно, а не наш новый работник. Ну, на нашей подлодке чего только не происходило. Да. Скажем, я спёр костюм администратора станции. С бэджиком? У нас тут рыба спавнится, блин, из воздуха. Вы чё? Если сейчас еще и вода в вино превратится. Чего? Это мне повязка на руке кого-то напоминает. Снизу.
каналом, пацаны. Ёпперес, это вы чё таким количеством-то? Вспоминаешь этот самый мем, вы всё вырядились как фашисты. Всё, зачинили уже. Зачинили. Главное от них сейчас убежать. Блин. Бежим. Нам офигеть как не хватает сзади пушки. Нам просто офигеть как не хватает сзади пушки. Да нами еще три штуки плывут. Внизу. На следующей подлодке эта проблема будет устранена. Я не хочу из релицетрона поэтому стрелять, мне жаль патрона. На следующий... Ой, хана, мы полетели этот поворот. Ой, сейчас будем ловить этих. Да чуть-чуть, вниз. Разорвал одну? Черт. Так мне так удобнее. Боже, хоть бы... Стой! Ах, черт. Боеприпасов нету. Там оставалось чуть-чуть, да. Сейчас принесу. А, фух, ладно. Надо будет перезарядить. Да, сейчас перезаряжу. Это единственная пушка, которую еще не перезарядил. Там оставалось, не знаю, процентов 20-25. Думаю, ну, это ж не 3%, должно хватить. Там на одной из тварей буквально патрона не хватило. Так, нам сейчас самое главное найти цель. И устранить ее, чтобы жизнь малины не... Приметы там, не знаю. Плотно внедрился в ряды церкви. Угу, поняли, работаем. Подходишь к человеку, спрашиваешь, ты внедрялся? Нет, честно, все. Да, именно так. Так, а это, может, мы сейчас какой-нибудь препарат возьмем, да, вколем ему, чтобы он помер? Не-не-не-не-не, а есть усыпляющие? Есть цианид. И счастье, да? Хранитель тишины. Мы, по-моему, парализаторы можем сделать, попробовать. У нас есть шняга, из которой можно сделать парализатор. Так, а как понять, так, ну как это понять, кого что-то убить? Я с тобой тут похожу, мне интересно. Так, ну мы сначала наверх сходим. Уху-ху, какой большой аванпост, сколько всего можно здесь переть. Так, как на эти чертовы ступеньки-то под... Так что, я пытаюсь сделать парализатор или нет? Давай, пусть будет, вредно не будет. Ты куда делся, Слаг? На какой этаж? Я вверх пошел. На самый верх? Сейчас я схожу, подожди, я хочу понять еще раз, вот. Доставка оружия. Нет, это все не то. Мерчант. Блин, перевозка чиновника. Гони в медотек. Подожди. Нам нужен Хорали Гидрат. Кого? Хорали Гидрат. О, привет. Я хожу здесь, ищу подозрительного человека, который внедрился в ряды церкви. Он не будет выглядеть подозрительно. Ты знаешь, как все маньяки, он будет выглядеть, как все обычные люди. Может, мы ему этот, видимого раптора яйцо, это, ну, закинем. О, а у нас, оказывается, есть на парализатор, все нормально, 6 штук целых. Зачем тебе столько? Наверняка сейчас будет. Да, блин, меня кидает. Не, я пойду вниз, короче, потому что я не успеваю за Слагом. Как только я рядом с ним нахожусь, меня начинает перекидывать. Это все из-за того, что двери постоянно закрываются, да? Стой, а где переход в лодку? А, внизу. Фига себе, у них тут диванчики, красота, вообще цивилизация. Чувствуется, что Европа. А, это меня бить бегут? А, нет, там клоуна бьют. А, нет, меня! Да, это тебя бьют. Жесть, он меня в наручники заковал, иди ты нафиг. Своим балансом вселенной. Он не пошел, он не пошел за тобой. Конечно, я на подводку спрыгнул. Ребят, если я этот пистолет подыму, мне что-то будет за него? В ящике. Не знаю, можете мне этот наручник? Капец, меня поймали. Так, а как освободиться? Все, что ты выронил, я поднял. О, крутой. Ты устранил, типа? Нет. Блин, можешь как-то с меня наручники снять? Так, стой.
А как? Ну-ка, G. Хорошо, брат. Ой, спасибо. А жесть, а где все? Они оружие сперли! Иди сюда, у меня все! А. Уф. Жесть. Я бы сейчас резню устроил. Наручники забери тоже. Как я их снял с тебя? Нафиг они мне нужны. Хороший вопрос. Так, они явно еще что-то сперли. Знаю, проблема, что... я понятия не имею. Отвертку, гаечный ключ угнали. Блин, сорян. И дробовик. Нет, это явно резня будет. Дробаш не вернули. Ну там не, ну как бы не было, я забрал все, что было, пойди чекни. А че ее это, ну? Жесть, стрел сперли. И мои эти сперли. Пацаны, опять проблема. Что такое? Ты нашел, не нашел? Я не могу его найти. Ну значит не убьем. Что значит не убьем? Резня СБшников объявляется открытой. Блин, ты издеваешься, ты реально собрался их бить? Мама на этом ванпосте еще может быть скупляться, а ты собрался их бить? Ну почему сразу бить? Парализатором, а потом это, ну... Никто ничего не узнает, пока не будет слишком поздно. Оу-оу-оу, смотри, какие тут постеры. Ага. Еще как понять, где этот даун сидит? Почему я вообще по тюрьме какой-то иду? Где я? Ха! Да, у нас взято задание. Да, задание точно есть, но нам же никто не скажет, что... Здрасте, до свидания. Где СБшники? Опа, попался. А ну-ка. Где дядя-то надо? Дядя. Ты его типа лечить и потом вкалываешь? Стоять вместе. Да, я собираюсь ему вколоть. Роб Брэдли. Не могли еще побольше ванпост сделать? Ты его не вколешь. Я сейчас буду применять страшное оружие. Сюда иди. Да чертов пинг, свак. А, да, есть так. Ай, какой бред. Сзади второй. Ничего не знаю. А ну стоять. Опа! Мне казалось, он на тебя руну надевает. А, это противопарализатор, жесть. Ты лечишь чуваков, красавчик. А, ясно. Не очень понятно, при чем тут мать одного из парней. Двое рабочих спорили и случайно перешли на личные. Ну ладно. Всех до единого. Так, ребята, обстановка накаляется, и не найдя нашу нужную цель, тут есть мнение перерезать всех. Я на самом деле, наверное, против этого, но мне кажется, меня не послушают. Не убейте наш экипаж случайно, который тут ходит. Мы постараемся. Я буду стрелять в первую очередь по вооруженным людям. Я думал по ногам. Последняя очередь. Стрелять буду в голову. В последнюю очередь медика убирать, и у него можно будет лечиться. Тогда мы не по оборону займем. Можно. Заодно его в заложники взять можно. Вперед! Подожди, я тоже иду за снаряжением. Ну, перед тем, как начнется вся вот эта вакханалия, запись идет? Да, запись идет, чувак. Я пою цветы. Ага. Для умиротворения или умер от варенья. Да. Родерик Ли, охранник. Боже, так у нас слитков. Господи, в чем проблема на слитков из титана, алюминия, хоть жопой жу, мы столько можем прокачек для корабля сделать. Так в чем проблема? Так я не знал то, что у нас есть. Почему тут время от времени появляется такой звук, как будто у нас где-то протечка, но она не появляется, просто звук время от времени появляется. Баг может? Может, конечно, и да, но неприятный, короче, такого не было. А вообще бы ты могли открыть дверь наружу. Не. Погоди, у нас цель 46 метров. Посмотри, иди сюда. А где, как ты это понял? Посмотри на сканере, на этом, на радаре. Точняк, фу, ты умный. Нет, ты я случайный.
просто тыкнул. В первую очередь, значит, цель устраняем. Угу. Значит, в принципе, не надо остальных убивать. Нет. А оружие мое как? Фрум, это дело чести. А что у тебя за оружие было? Дробовик. И мои любимые инструменты. Так, ну хорошо, таргет находится где-то справа сверху. В принципе, тогда обосновано. В таком случае, я считаю, то, что нам нужно взять с собой детектор. Дефектор. Ну, давайте будем дефектировать черепа людей здешних. Жалко, поговорить нельзя с кем-то. Вот ты видишь какого-то человека, Джошуа Кид, например, вот этот вот. Ну, с некоторыми можно, со всеми подряд только нельзя разговаривать. Вот, в том-то и делаешь, говоришь, что... Это печально. Если я продолжу так люто кидать из-за пинга, резня не выйдет, мне кажется. Подкидывает. Добрый... Подкидывает. Иногда, не так часто, но подкидывает, согласен. Извиняюсь. Да ничего. Я не а виноват. Где здесь тюрьма? Может, я смогу рейсы свои забрать и резню не придется устраивать? Я тут нашел Ирма Бургер, а где тюрьма, не знаю. Им тогда, может быть, так, все-таки повезет? Кто же его знает, ладно. Пока что ставим все это дело на паузу. Ладно. Так, ребят, вроде как определились, кто наша цель. Сейчас будем пробовать смотреть и щупать. Найдем. Вперед тогда. Я все еще ладно. Против полноценной резни, но посмотрим. Мы убьем только одного. А мое оружие? Я, да. И мои инструменты. Мы тебе найдем новые. Нам еще уплыть отсюда. Понятно, что СБшники нас выпустят. Нам еще уплыть отсюда нужно, так. Это вот этот вот Феникс или кто? Нет, другой. Кто это? Подождите. Сонар в руке, приблизить максимально. Цель 0 метров. Вот это он? Это... Вот этот? Че, подожди, дай его. Ну, Чувак, ничего не смущает? Мы стреляем! Фрум, извини, чуть... Блин. Готов? Подожди, тут... Резня! Готов? Раз, два, три. Офигеть. У него бомбарда! У него бомбарда! Да уйди из-под прицела! Меня возьмули. Это нереально. У нас нет обороны. Да, это нереально. Просто негде обороняться. Мы бы могли зачистить. Я не знаю, кстати. И было бы у нас автоматическое оружие, а не шотхики, то может и могли бы. Или... Ну если бы не в затылок, не прилетела пуля. Да ты мне передо мной несколько раз стал, блин, гений. Я из дробовика стреляю, ты передо мной выходишь. О, я всего лишь без сознания. Я от потери крови умер. Да, я видел. Так, подожди, это хорошо, понимаю... загружаемся. Стоп. Да, еще не конец. А что оно подгружает сейчас, погоди? Так, может, ты все-таки купишь нужные реагенты, я... Ну, квест выполнен. Квест выполнен, да. Пригласили к себе на чё? Корабль, заварили дверку, застрелили. Ну ладно. Знаете, что я предлагаю сделать? Его можно вылечить, пока никто погоди. Не узнал. Отпусти. Голову. Я просто в режиме онлайн... Так, тут нужно на него куча препаратов, но его можно вылечить. Ладно, он скончался. Если я еще... на нем официально написано, что Фрум, я на тебя чуть... Нет, ты тонул, не юзанул. Осторожно. Ты его... Погоди, ты его растворить хочешь? Я его набухал, чтобы... Чтобы что? Чтобы подумали, напился и убился. Так и не могу, ты и все. Выкинь его Рил просто с подводки. Серьезно, открой шлюз и пусть идет. Фиг ли у нас тут? Нормально фиг, да? Напейся и убейся, как бы.
Зато теперь у нас есть броня. Ну, молодец, Фрум. Что, что, что? Я ж там закрыл. А, и вот то, что его смыло. Да. Да ты задолбал уж. Даже после смерти сопротивляешься. Тащу, тащу. Все, все, выходим. А мы, кстати, гении. Черт, извини, заходи. А, чем мы... Открывать-то... А, вот плазменный резак. Фух. А то заварили дверь. Ну, я был уверен, что мы чем-то отварим потом. У меня лом был. Нет, он не работает. Почему? Ну вот так, нельзя заваренную дверь лом открыть. Против лома нет приема. Так, это, конечно, все очень хорошо. Убили, я просто резаком вырезал. Задание выполнили, и даже Европа на нас не обиделась. Спасибо. Набейся и убейся, вот как это да. А зачем ты его напаивал тогда, если мы его скинули просто на корм акулам? Чтобы этот... Ты просто потратил бутылку в никуда. То есть, я бы понял, если бы ты ему дал выпить до смерти. Или если бы ты его напоил бы там. Это была инсценировка, одна из самых глупейших, которые я видел. Ничего не знаю, все отстаньте. Последовательность или напутал, а так пойдет. Это все равно, что сначала проглотить ложечку кофе, две ложечки сахара, потом выпить кипятка и потом прыгать по комнате и считать, что ты выпил кофе. Все, не обижайте меня. Не обижайте меня. Давай так, мы смеемся не над тобой, мы смеемся с тобой. Я и так этот... заплатил ему целых 500 рублей, чтобы он сходил, помог мне починить проводку на подлодке. Ты их забрал потом? Понятия не имею, я им походу этот по карте перевел. Блин, так надо было пин-код узнавать до убийства. Ладно, шучу. Что мы с него сняли? Броню, одежду. Все, что было не прикручено. А фишка тут маска на полу валяется, ладно. Мне нужен титан. А, так я ее спер просто. Мне титан и алюминий нужен, чтобы нам в следующей зоне было более-менее комфортно существовать до покупки Фобоса. Так давай разберем рейси, которые валяются на полу, так, наконец-то. Так уже дофига, мне просто нужно этот, забрать его с подлодки. Угу. Так, Фрума, запись идет? Да. Сколько сейчас по времени? Так, ну у нас осталось еще минуток 20. А, боже. Легчайше как бы. Иди на кардионе сыграй, я не знаю. Я на данный момент... Ты нам патрон на дробовик купишь? К сожалению, немножечко провтыкал, собственно, момент умерщвления, и мы вернулись в эфир только на том моменте, когда мы уже снимали с трупа все оставшееся, но я немножко озвучил, ну, немного провтыкали, да, в этом... Очень жаль. Да, да, да. И повторить данное чудо уже не получится, потому что сработано было настолько ювелирно. Могу похвастаться разве что тем, что я лично два раза в этого упыря выстрелил. Ювелирно втадили в типацию обойму из дробовика, да. Да-да-да-да. Ювелирность. Нет-нет, я имею в виду, что об этом никто никогда не узнал. И не узнал. Погодите, а ну как там, знаете, в американском психопате говорилось, какой толк от преступления, если о нем никто никогда не узнает? Так, это, конечно, очень интересно. Сима, иди титан и алюминий нам наделай. Ладненько, в таком плане. Будет рез, и будем двигаться дальше, вернемся к нему. Слиток и кажешь, когда вернешься на борт, я нас запущу. Ага. Че там про человека с седой бородой? И повязка на глазу сидящего за столом. Некоторые прохожие поглядывают на него с опаской. Это знаменитый капитан Губер Свинорыл. Прошептал кто-то. Так, подойти, держаться подальше. Ну, к нему подойти проблематично из-за того, как он крутится. Крутись от него подальше. Фристайл, Ракамакафа. Ракамакафа. Да. Человек зарычал. Что? Не очень-то дружелюбно. А, фурь. Во что вы превращаете серии по баратравне? Нет. Он прокашлялся и сплюнул на пол. Охрип немного. Помощь нужна? Губер с прищуром смотрит на вас. Хочу узнать, что вас прозвали Свинорыл. Так называется мой корабль. Ходил по маршруту. Слишком сложные слова. Он гордо расправил плечи, сделал не меньше сотни успешных рейсов.
медикаменты, боеприпасы, запчасти подводок. Я изучил что угодно и что с ним случилось. Что случилось, утонул, его потопили в мокпи-джек. Капитан свинорыл, грохнул кулаком по столу, опрокидывая пустые стаканы. Захватил меня врасплох, один удар, и двигатель заглох. Заблох. Второй удар, и в корпусе пробоина. Он уставился куда-то вдаль сквозь вас. Как же вы выжили? Выплыл, спокойно сказал свинорыл, собрал все кислородные баллонки были и прыгнул в скутер. Пришлось даже Ринго там бросить мою ручную жабу. Капец, он говорил. Да. Из левшего глаза капитана скатилась ненаучная слеза. И в этот момент я поклялся отомстить этой твари. Он хлопнул по радио на столе, заметив ваше удивление, пояснил. Проел радиоантенну. Я над всей Европой пытался поймать радиосигнал. Если найду его когда-нибудь, то радио издало серию сигналов. Он здесь! У тебя же есть корабль, да? Хочешь поохотиться? Свинорыл трясся от возбуждения. Я хочу, я заплачу. Мы будем охотиться на, типа... Просто придите влево. Ну, давай. У нас в прошлый раз это было, я не уверен. Нам это, скорее всего, не по пути. А, ну, ладно, смотрите. Он говорит, что он очень хорошо заплатит. Очень хорошо с его стороны. Видимо, для него 500 баксов большие деньги. Нам мы сейчас только что говорили про то, что тут всего лишь две штуки платят за убийство. Мы тут толкаем сюжет. Ну, на самом деле персонаж интересный. Давайте так. То, что он предлагает, тоже интересно. Но если нам прям не по пути, это большой такой... Встреча на борту. Ладно, убить Моппи Джека. Не, ребят, идите сюда, реально. Что такое? Куда? Пацаны, еще 2500 платят. 2500, видишь? 2 тут, 2 та, залезь ты. Залезь, пожалуйста! Мы можем плыть. Минуточку, я что, себе ногу сломал? Нет, ладно, просто ушибся. Облезь. Да там такой мужик фристайлер. Ты где? Пойдем, типа, не-не-не, это право, ребят. Вот я здесь. Пойдемте. Я надеюсь, он еще не перестал флексить. Покажи мне свинорыл. Вот он. Фига себе, тебя мотает, ты, дружище. А как ты? А, ты к нему попал через лестницу? Да. Так, мы что, плыть можем? Сейчас, я только заберусь обратно. Да, что ж тут дверь туда? Пойдем. Я успешно спер сварочный аппарат, кислородный баллонный и кислородную маску. А, мне не обязательно было быть на корабле, чтобы отплыть? Угу. Ага, хорошо, тогда ладно. У нас никого на корабле не было. С Европой на минус 7 посрались. Нормально. Бывает, подумаешь, их типа застрелили. Не застрелили, он исчез. Его мама кушать позвала, не надо. Он напился и пошел купаться. Да, утонул пьяным. Знаешь, если его ДНК когда-то выколупают из грязевых рапторов, то, возможно, даже узнают об этом. Если... Дробь из его тела. Опа. О! Слышали? Ачивка. Ачивочка. Что? Знаете, куда он плывет? Куда? 4000 метров. Ага. Это те, которые у нас есть уже, да? Да, да, не переживайте. Не переживай. Глубина 4000 метров. Почти бездна. А, я хочу посмотреть, как Знаешь, это как все поют выглядит. Люди Кронштоп? Так, я хочу посмотреть, как... Ой, жесть, тут все в блевоте какой-то. Люди-крабы. Интересно. Пацаны, тут все в блевоте. Водичка? Угу. Да, есть в чем-то. Какой-то криль, непонятно, что за фигня. Ну, вас поздравляем, мы на еще одну локацию ближе к оку Европы. Ага. А, минуточку, цель нашего путешествия? Око Европы. Я не знаю, как оно выглядит. Никто из нас не знает, как оно выглядит. Я не знаю, каким образом, я вообще себе ничего по этой игре не... Погодите, это пока что звучит как One Piece. Все хотят туда попасть, но никто не знает, что это. Это монолит. А, понятно. Тогда наш путь еще не завершен. Интересно, что водится здесь. Твари. Я уверен... Дешу.
Ёлки. А это чё? Это червь был? Нет, там две каких-то фигни. Я там немножко пострелял, но я, по-моему, все промазал. А, нет, ёпрст! Там что-то здорово. О, нас прям хорошенько... Не та пушка. Маску один. Нас прям хорошенько так топит. Пушка, не то вода. Давление начинает... Блин. Фум, доплывешь? До куда? До... до... Кафандра. Я под... Никакая приветственная первая локация. А, да? Так. Пытаюсь доплыть до скафандра, я уже дофига времени потерял, к сожалению. Не надо было этого делать. Скорее. А все скафандры разобрали! Автоботы, блин. Но на самом деле нет, давление есть, но меня до этого больше давило. Сейчас давление есть, но такое терпимое. Так, это вы уже двоих разобрали, да? Ага. Сигма, чё молчишь? Третий? Где третий? Все нормально. А, все нормально, у нас люка нет больше. Да, я выходил прям практически на улицу. У меня почему-то очень большой зум, я не могу отодвинуть дальше, и чтобы стрелять по ним нормально. Все-таки да, давление давит. Сигма, залезь обратно. Я по нему стрелял несколько раз из пистолета. Как я еще живой, интересно? Спрыгай за пушку, стреляй по нему. Да я пытаюсь, но меня очень сильно дергает. Ой, это он... Ёлки! Меня выбило! И оно отходит попало сразу. Раза три. Опа, еще. А, это он же. Где? С моей стороны был. Ушел. Я попал несколько раз. Ну что, двоих вот этих молотоглавов мы-то убили. Опа, нормально он так. Тоже я пару попал. Раз попал. Но он прям очень быстро, офигеть, он прилетает. А, два золотых? Пацаны, нам их залутать нужно, ничего не знаю. Они дорогие, пипец, это... Они ферритовые? Да. А, ну ладно. У меня вопрос. Сейчас разорвем. Так, баллон... Блин, мне... Боеприпасы. О, вода уходит! Супер, мне нужен баллон. Да, я крышу. Сейчас опять будет выходить. Боеприпасов нету. Все, теперь нету. Прочная коробка. Так, стержень. Встретил, хорошо, отлично даже. Это вода по пояс или воды много? Нет, воды много, блин, баллон надо менять. Да не надо. Все, у нас целевал еще одна у нас, наверное. Пацаны, локация очень дружелюбная. Да я вижу, я прям в восторге от того, что происходит. Я подстрелил одного. А, золотого? Да. Все тогда, чинимся. А второй где-то есть. Че с цветочком? Полить надо. Так вода ж соленая это. Я понимаю, прозвучало максимально упорото. Так, вы их всех убили, не? Да. Да вроде. Все, закрывайте, откачивайте. Цветочек палить надо. За подводка затоплена, палить надо. Ну да, в принципе, а че нет? Помогите проводку починить. Я сейчас тоже чиню, что могу, но это... Так, там еще сейчас иду. О, все. У нас, кстати, никогда не ломалась электрика до этого. Ну ладно, резко очень. А сейчас у нас прямо все очень плохо. Ну что, залило. Так. А, это уже ты чинишь. Давай я починю. Окей, я пойду схожу, залутаю их.
Быстренько постараюсь. Ой, подождите, а мы же плывем вверх-то, юперный сетр. Они все внизу остались. Походу. Погружайся. Два золотых было или один? Один, по-моему. Не знаю, два или один. Нас интересует только золотой. Так, ну вроде тут подлутали. Сейчас сверху все починю. Тут нормально. Жесть, костюмы-то хоть верните на место. Ироды. Костюм, да, костюмов не хватает, к сожалению. Я не знаю, как я там выжил и что там со мной случилось, что меня не порвало, но... У нас нет возможности сейчас лутать, нам нужно быстрее уплывать отсюда. Чему? Еще цель сзади. Мы на днище сейчас, да? Угу. Мы уходим, мы не будем лутать. Нас тупо сожрут. Еще одна цель спереди. Множественные цели спереди, прям овер смотрю. Много. Бегу. Это что-то новое! Хоть бы не Харибда. Походу Харибда. Нет. Ребята, это... сзади, встречайте сзади. Одного развалил. Еще одного сняли. Это этот гриз такой красивенький. Переливающийся. Только это взрослые на нас напали. До этого маленького еще одного отстрелил, не уверен, что убил. Так, патрон заканчивается, скоро пойду на перезарядку. Есть чем стрелять сзади? Они тут! Ёлки! Фрум, отойди от него, Фрум! Иду! Я не могу быстро ходить! Боеприпасов нету! Пиу-пиу! Ребята, я сейчас сдохну! Беги к медикам! У нас одного... Я бежать не могу! Фрум, что с тобой? Что тебе надо? У меня жизни закончились! Фрум, скажи, что тебе по медикаментам так, нужно было? Сейчас! Я не могу нажать ни на что, оно не открывается. Так, минуточку, низкий кислород. Я тону, кстати. Так, теперь укус, теперь кровопотери. Давай, теперь... Вставай. Фрум, я тебе... Одел маску. Поднялся? Одел маску, да, нормально. Пошли живой. Отсюда. Ё-моё. Затапливает немного. Нормально. Спасибо, откачали. Итак, нет, у меня опять жизнь уходит. Иди хилься. Я не могу идти. Кровопотери, скорее всего, из-за кровопотери. Да, спасибо. Я жду тебя. У меня все по бинтам. Блин. Ну, кровопотери, кстати, исчезла. Нет, не целиком. Не целиком, она еще есть. Сейчас. Так, ты все бинты всосал? Я фрумаличал. Спасибо. Фигей, бля. Не сильно помогло, по-моему, долечивай. Стой. Что у нас есть? Нужно вот это. О, останки водолаза. Нужно вот это. Зато теперь у нас есть очень большие колбасы. Или, по-моему, даже три. Даже три, смотрите, как классно. Так, минуточку, мне надо вот это. О, да, как хпшечка-то сразу полезла. Так, от укуса. Литоксин служит словно release oxygen to bloodstream when check the white dropping. Так, да. Понятно, это не то. Cure plus MPV. Чего, блин? Морфин это универсальная. Внутреннее кровотечение? А, просто кровотечение. Так, стоп. Элен Блад мне предлагают? Серьезно? Окей. Кто хочет останки водолаза? Прикинь, я здоров как бык. Офигеть, как меня быстро откачало это все. Пацаны, будьте готовы к балластной флоре. Вау, а алюминий? Жесть, у нас фабрикатор. У нас скоро балластная флора, скорее всего, будет. Что будет? Балластная флора. Мы только что через ее споры проплыли. Так, что с этими
уродами, вы их разгребали, не разгребали? Да пусть валяются. Опять балластная флора, да юпер. А чем мы ее выжигать будем? Резаками? Сколько тут процентов осталось? Ну, придется. 11. А нам не мешают патроны, я его оттащу немножко, я не вижу, сколько там процентов патронов осталось. Нормально мы такие по ним стреляем, сверху стреляем, они такие, опа, тук-тук. Очень, все очень а плохо, у кого голову, ребят, откусили? Кто это из нашего экипажа? Ну, кто-то сдох. Ребят, нам хана. Стефани Филлипс. Кто такое? Мне это не нравится. Мне это ой как не нравится. Ёлки, что это такое? Ах, это... не смотрите на нижние пушки, не садитесь, просто уплываем. Что это? Смотрите. Так смотрите или не смотрите? А, Фрум, посмотри на нижние пушки. О, давай, я просто... он меня уже давит миндально. Нет, стреляй по нему. Я не вижу его. Стреляй. Не стрелять, не стрелять. Не стреляем, но я не вижу, по кому не стрелять. А он меня морально давит. Я его видел. Сверху целей овера много. Сверху? Иду. Потом принимать, подтверждаю цели. Я говорю, что на нас нападали до этого. Не вижу пока что. Вниз куда-то. Мне скоро пушку на перезарядку, еще блин. Две больших. Они опять под жопой будут ныкаться, они вниз ушли. Вниз, понял. Стараемся прокануться. Они немного не догоняют. Что-то я тебя не догоняю, дружище. Они грызут. У нас пробоины, да. Звуки не успокаивающие. Стефани Филлипс. Так, проканулись. Забита до смерти Стефани Филлипс. Отлично. У меня написано «Смерть от зубов». Угу. Какой спать? Ну еще 12 минут. Я встану в 8 утра. Так, ребятушки, тогда предлагаю, раз мы сюда добрались и практически все живые, извини, Стефани, но без тебя, вот, предлагаю на этом будем серию заканчивать. У нас как раз формат подходит к тому, что... В смысле, временной формат подходит к тому, что мы добрались, и у нас все хорошо. Ну, с учетом того, что мы не на... А что это? Перевалочный пункт. Сохранение было. Типа того. Окей, ребят. Да, тогда будем на этом закругляться. Пишите, что думаете. Как называется Хурония? Нифига себе. Пишите, что думаете. Пишите вообще, как вам геймплей в новой зоне. Понравилась ли вам такая встреча? Нам показалось мне немножечко интенсивно. Пока мне что... Да. Пишите. К тому же не забывайте зайти в Discord. Вас там ждут дружелюбные и радостные ребята, которые накинутся на вас буквально сразу же. Вот. А пока что, думаю, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодчик. Всем покеда. Адьё.